Всем добрый вечер. Давно мы не выходили на связь. У нас некоторые проблемы со связью, с погодой, со всем подряд, в общем. Прошло уже 3 недели, как мы занимаемся по системе Давида. И результат, конечно, меня поражает. У нас абсолютно нет больше проблем с горшком. Все ходим, делаем сами. Если надо, просимся. Ночью мы стали сами вставать на горшок. То есть я его не поднимаю, он встает сам уже. Вопросы, задают вопросы, постоянно спрашивают, как у тебя дела. У всех подряд спрашивают, как у тебя дела. Вот, значит, спрашивают, что делаешь, а что это. Мало вопросов, но они появились. Это уже прогресс, я считаю. Вот, что еще могу сказать. Мы недавно переболели, тоже поэтому не особо общались с Давидом. У нас, как всегда, простудные заболевания в разгаре, все подряд, вся семья. Но в этот раз Миша переболел не так сильно, как обычно. А обычно у нас и по ночам истерики, и все. А тут прям легче прошла простуда гораздо. Вот, продолжаем заниматься, делаем гимнастики. Спасибо Давиду.